Павлодарской области уже 3 недели пытаются выяснить, почему погибли сразу 600 диких уток. Тушки обнаружили на озере Косшалкар. Ими был усыпан берег. Специалисты сразу взяли анализы на птичий грипп и болезнь Ньюкасла. И вот пришли результаты. Заразные инфекции оказались ни при чем. Массовый падеж птиц начался в начале августа. Сначала специалисты заявили о 150 тушках. Потом это число выросло в 4 раза. В основном гибли красные утки. Уже 3 недели в лаборатории выясняют, что могло привести к их смерти. Результаты показали, что высокозаразные птичий грипп и болезнь Ньюкасла не обнаружены. Но эксперты не сдаются. Продолжают мониторить все водоемы в округе. Новых фактов падежа не фиксируют. Теперь специалисты предполагают, что причиной гибели 600 птиц могли стать пестициды с приграничных полей. Мы сейчас не можем говорить, что это какой-то падеж инфекционного характера, так как результаты у нас отрицательные. То есть в дальнейшем теперь уже со сотрудниками по лесному хозяйству и животного мира будет материал именно проб воды, проб почвы, проб растительности на данном озере для уже именно установления причин гибели данных птиц. Возможно, пестициды, возможно, соли тяжелых металлов, возможно. То есть здесь уже конкретный ответ будет дан именно после полностью исследования данных материалов.